Дорогие наши маленькие, взрослые и старенькие друзья, перед нами книга «Познавай Библию». Она рассчитана на 365 дней. Каждый день вы будете узнавать необыкновенную историю, которую Бог через слуг своих записал на страницах Библии. Божьих вам благословений! Царство мира. Бог показал Исаии, что наступит время, когда царь мира установит на земле свое царство. Тогда суды людей будут честными и правильными. Царь мира знает каждого и знает, кто заслужил наказание, а кому надо вернуть то, что у него было отнято, говорил Исаия народу. Правда и истина будут царствовать над всем. Люди перестанут бояться. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. Теленок и молодой лев будут играть вместе, и малое дитя будет наблюдать за ними. Корова будет пастись медведицею. Их детеныши будут лежать вместе и не будут бояться друг друга. Лев будет есть траву, как вол. А маленькие дети будут играть возле змеиных гнезд, и им ничего не будет угрожать. Мой народ сможет, наконец, победить всех своих врагов и вернуться в землю, которую я им дал. И будут жить там, говорил Господь. Тогда царь будет царствовать по правде, а все его советники будут исполнять закон. Они будут для людей, как защита от ветра и покров от непогоды. Тогда на земле наступит мир и согласие. Но прежде чем на земле сможет наступить царство мира, Господь должен наказать всех своих врагов. О таком мире люди мечтали уже очень давно. Как будет править на земле царь мира? Как в это время будут жить люди и животные? Кто не войдет в царство мира?